Нет холодильника. Нет. Посудомоечная есть. Ага, так. Зато есть плита. Кухня есть, мебели нет в этой квартире. Окошко, как всегда, маленькое, стол есть. Угу. Большая комната, но пустая. Так-то хорошо тут. Комната очень большая. Так, что здесь? Тут комната, паркет. Так, темно. Ну, понятно, тут шкаф встроенный. Везде двери закрываются. Здесь еще одна комната. Хорошая комната, тихая. Мне для СМР было бы в самом... Так, а что тут? Что тут? Так. Так. Так, это я. Ванна. Неплохо. Ого. Так, еще одна комната. Паркет очень приятно по нему ходить. Так. И тут еще комната, и она довольно тихая. Встроенный шкафчик тоже тут. Встроенный шкаф. Так, сюда вот идет, наверное, еще одна ванна. Так, что здесь? Так, точно. Ванна. Большая. Еще большая. Еще с этой комнаты она очень хорошо удобна. Очень хорошо. Большая. Три ванных, одна не оборудована. Но только одна пустая. Стирочная, но там нет машины. Ну да, да, нет машинки. Тут нормально. Большая, конечно. Тут нет стиралки. Нет холодильника. Квартира огромная, вот комната тоже. Что тут встроенный шкаф? Ага, да. Шкафы встроенные есть. Мебель надо завозить. А это вообще это что? Для стиралки. Для стиралки нет стиралки. Это большой минус. Это минус. Коридор длинный. Так-то квартира неплохая. Хорошая. Так, тут тоже коридор такой хорошенький. Привет, мои хорошие. Привет, друзья. Картина закончена полностью. Я надеюсь, вам она понравилась. Привет, мои хорошие. Привет, мои друзья. Я хочу показать вам, как я буду рисовать эту картину. Очень много получила вчера комментариев, в которых я поняла, что вы не верите, что рисую я. Ну так вот, смотрите. Я купила новый холст. Вчера мы ездили в Тарагону. Я вам показала, как мы смотрели квартиру. Там же я взяла этот холст за 3,50. В китайском 11 он стоит. Так. Значит, будем начинать. Я ее при вас распаковываю. Распаковываем. Так, сейчас. Это очень долгий процесс рисовать. Тем более на большом. Это ж я маленький быстро рисовала. Это большой холст. Не один день, наверное, будем рисовать. Но, тем не менее, давайте попробуем, что у нас с этого получится. Так, распаковываем. В общем, надо сделать не так легко. Надо брать ножнички. Давайте я к вам вернусь. Рисовать мы будем вот таким образом. У нас будет картина, еще пока не знаю какая. Что-то мы подумаем, придумаем. Как бы... Вот хотелось бы мне березки нарисовать, но мне надо много белой краски. Поэтому давайте это ставим на другой раз. А здесь мы нарисуем. Вот. Давайте подумаю. Я беру вот такая мне удобная коробочка. Я сюда буду выдавливать краски и смешивать их. Пока есть чем работать. Краски. Есть, холст есть. Какую картину буду писать, пока не знаю. Так, я, в общем, решила нарисовать горы. Но я беру эту картину с Ютуба. Поэтому можете там писать, что хотите. Я посмотрела приблизительно,
что мне нужно, и я рисую. Я хочу горы, я хочу красивые облака. Может быть, я слишком много на небо, наверное. Все-таки, наверное, надо взять чуть больше. Так, так вот я сделаю немножко так неровно, рвано рисую. Так, смешиваю я немножко голубую, немножко зеленую. Такой вот цвет у меня получается. Смешанный синенький, синий-голубой, зеленый. Такой цвет. Так. Так, еще. Рвано. Неровно так оно. Оно так вот. Все. Здесь небо. Здесь будут горы. Так, сейчас я краску возьму. Не знаю, так долго это будет все рисование длиться. Значит, это я так приблизительно. Приблизительно. Так, беру. Так. Сейчас еще вот такой вот цвет. Синий, зеленым немножко так. И так сюда вот так вот еще пустим. Лужайка такая будет, лужайка с цветами. Вот так, все приблизительно нарисовали. Теперь буду смешивать краски. Так, мне надо сделать небо, поэтому мне нужна белая краска и немножко голубой. Немножко голубой. Вот так вот. Наверное, больше белого. Вообще белый так идет, уходит. Так, в общем, вот такой вот цвет себе сделаю немного. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Screw you.
У меня закончилась желтая краска, поэтому не могу дальше продолжать. Все, пусть так остается. Мне надо сюда еще нанести желтый цвет. Такие цветочки, в общем, сделать. Поэтому. Ну и горы, конечно, не закончены. Надо белая краска. Все, пусть пока надо еще краску купить. Потом буду продолжать. Вчера мы посмотрели в 4:30 квартиру. Она в Тарагоне находится в центре за 1000 евро. Вы ее уже увидели. Она была в начале. Риэлтор сказал, что нам сегодня позвонит, созвонится с Красным Крестом, узнает у них, можно ли две семьи в одну квартиру заселить, потому что нам надо обоим по контракту. Поэтому это такой вопрос, что как бы не решаем нами. Это должны решить они. Поэтому ждем. Но пока ответа никакого нет. Хотя уже сейчас где-то 4 часа дня. Вот. Ну, еще к вечеру, в принципе, есть время, да. Мы готовы заселиться вместе, две семьи в одну квартиру, потому что у нас недавно семью заселили в 4-комнатную квартиру. Это буквально мне вчера сказали вечером уже. Значит, семью в 4-комнатную квартиру, где было уже 3 семьи. То есть, получается, каждой по комнате дали. Поэтому, если там 5 комнат, мы каждый возьмет по 2 комнаты. Ну и гостиная, как бы, общая там, в принципе, можно. Есть волонтеры, которые завезут туда мебель. Да, есть такие. Мы уже, как бы, знаем их. Они готовы нам помочь. Ну и все, в принципе. Ждем пока ответ. Если ничего не получится, будем искать дальше. Так, что еще хотела... по поводу картины. У меня закончилась белая краска, желтая краска. Продолжать я не могу, потому что на горы нужно наложить снег, выделить там еще серой краской, а серую надо сделать, если есть белая, то есть разбавить там немножко, да. Вот, и желтый цвет закончился вообще, потому что я рисовала подсолнухи, он у меня очень быстро ушел, этот желтый цвет. Значит так. Я не художник, я просто рисую от души, поэтому многие не верят, что это рисую я. Не знаю, кто это рисует тогда. Ну хорошо, все, буду заканчивать. Если будут какие-то у меня вот новости, я обязательно вам расскажу. Ну а пока всем удачи. И еще хотела сказать про комментарии. Все читаю, и плохие, и хорошие. Поэтому пишите. Я жду их с нетерпением. Высказывайтесь, пишите. Но еще хотела бы сказать, вот в каждом комментарии чувствуется ваша душа. Поэтому все, всем удачи. Пока-пока.